Ребята, всем привет! Продолжаем рубрику роликов импортозамещения. Сегодня у нас на обзоре дискобендер. Вот. Для чего он нужен, я вам сейчас покажу. Но сначала давайте я вам скажу стоимость. Скажем так, магазинные, да? Вот. И сколько этот стоит? В магазине 25 миллиметров Невалайн. Этот бендер стоит. Инструмент. Сейчас я вам скажу. И покажу. Вот он. На 32 миллиметра. То есть отгибку 32 миллиметра может брать. Есть в магазине Невалайн и поменьше, по-моему, на 22 миллиметра. Но это на 32. Вот так вот выглядит бендер Вука. Диск бендер. В магазине. Стоимость 60 тысяч рублей. Этот бендер, который делает те же самые функции, стоит 11 тысяч рублей. Ну, то есть 4,5-5 раз дешевле, чем в магазине. Какие у него функции? Давайте покажем. Воспользуемся бендером со скошенным роликом. Я делал обзор в предыдущем ролике про этот бендер. Кто не видел, посмотрите. Вот. Откатаем полку, скажем так, пускай будет 25 миллиметров. То есть раньше, допустим, если мы делали там настенный желоб или какие-то другие вещи, чтобы загнуть эту полку на дальше до 180 градусов, ну, приходилось брать шелязин, да, и кьяночка добивать. Вот. Дисковый бендер сделан для того, чтобы докатывать до 180 градусов. Все просто. Берем, катаю им. Тоже в первый раз, еще не пробовал. Я катал раньше похожим дискобендером, но не этого производителя, не Александра. Вот. Поэтому, возможно, буду немножко тупить. Вот так вставляем бендер и докатываем до 180 градусов. Идет мягко, вообще без проблем, с минимальными какими-то усилиями. Вообще без проблем. Вообще без проблем. Так, я вам покажу. Вот, докатка. 180 градусов. Вообще без проблем. Что еще можно? То есть его функция, по сути, прокатать, докатать до 180 градусов. Вот. Он очень будет, скажем, полезен, когда вы делаете круто спадающий скат. Вот, настенный желоб висит, да. И чтобы подвести картину, будут гибарями, да, скажем так, мешать вам желоб загнуть. Поэтому для начала вы поставите картину, отметите, прокатаете на 90 градусов, ну, как бы зацеп делаете, да,
прокатайте этим бендером, и уже дискобендером вы докатайте до 180 градусов, и потом уже просто картину за капельник вы уже просто берете и подводите. Вот. Что еще можно сделать? Давайте попробуем. Давайте сделаем одинарный фальц. Я с одинарным фальцем знаком очень мало, скажем так. То есть я уже пришел на кровлю, когда уже был двойной фальц. Полным ходом шел лет 15 назад. Даже, ну, я пришел лет 15 назад, а двойной фальц был, ну, не знаю, может, лет 20 уже. Ну, как бы пошел так в моду, да? Но раньше кровельщики, это был уголок, скажем так, да, на верстаке. И киянка на верстаке делали эти все кровли, скажем так, в одинарные фальцы. Давайте прокатаем, попробуем большой замок одинарного фальца. Я скажу сразу, что я размера не помню. Давайте сделаем первую отгибку на 50 миллиметров. Хочу повторить, что бендер этот великолепный. Катает прям на ура. Вот. И нам надо сделать в обратную сторону отгиб, да? Сколько было по старым размерам, я точно сказать не могу. Ну, давайте не в половину, ну, скажем, 20 миллиметров пускай будет. Или давайте 22 миллиметра, да? Поставим, откатаем. Кто работал на одинарном фальце раньше, вот в комментариях напишите, сколько раньше были стандартные размеры отгибки вот этих замков одинарного фальца. Стоячего, я имею в виду, да. Так. Вот, откатали. И, соответственно, нам надо его дозагнуть до 180 градусов. Так. Значит, мы его вставляем. Как мы его вставляем? Вот так, наверное, да? Да. И пробуем дозагнуть на 180 градусов сюда. Идет мягенько, свободно. И вообще без проблем. Вот. Какие-то длинные вещи, может быть, такие вот делать. Что не сделать, скажем, на гибочном станке. Вот, пожалуйста. Одинарный фальц. Отличная тема, скажу я вам. Так что так. Дискобендер. Вот. Опять же, в 4,5 раз дешевле, чем бендер Вука. Дискобендер. Телефоны будут в описании и в первом прикрепленном комментарии. Звоните, заказывайте, кому нужно, скажем так, ускориться в работе для загибания на 180, до 180 градусов. Вот этот инструмент. Так что так. Всем пока. До скорой встречи.